Всем привет, с вами дискоданцер Ронин. Сегодня у нас будет необычный выпуск, очень необычный выпуск. Такого вы еще не видели, наверное, нигде, никогда. И вообще такого в мире еще никто не делал. Я так возбужден прямо, я вот даже не знаю, как я это сделаю. Что мы будем делать сегодня? Мы будем крутить фиджет спиннер 24 часа. Да, вы не ослышались, 24 часа. Я даже не знаю, как я этого сделаю, но мне кажется, я должен это сделать. Давайте не будем долго откладывать, начнем прямо сейчас. 24 часа. Я такого не знаю, никто, наверное, такого в мире не делал. Это будет круто. 24 часа, это будет круто. Я вам говорю, что это будет круто. Да. Это будет круто. Пока можете сходить за кофе или за чем там, потому что это будет долго, но это будет круто. Эй, чувак, такое уже делали? Что? Ты хочешь сказать, что нашелся какой-то еще один идиот, который крутил фиджет спиннер 24 часа? Несколько человек. Даже не один. Уважаемые зрители, у нас тут небольшая поправочка. Мне тут сообщили, что, оказывается, нашлись люди, которые уже это делали 24 часа. Но я полон решительности, я не привык отступать, поэтому мы будем крутить фиджет спиннер. Не 24 часа, как многие это уже сделали. Мы будем его крутить 48 часов. Как вам это? Выкусите. Сейчас мы начнем устанавливать снова рекорд. Теперь это будет не 24 часа. Забудьте про 24 часа. Это для лохов. Мы будем крутить его 48 часов. Погнали. Как это утомительно. Как это утомительно. Сколько времени, наверное, уже часа 4 прокрутил. Нет, я прокрутил всего лишь полторы минуты. Да, это печаль. Ладно, ради вас я это сделаю. Я продержусь 48 часов. Да, я сделаю это 48 часов. Наверное, сделаю. Я должен это сделать, да. Пойду-ка я попью кофе. Пока что. Это же не запрещено. Я же его продолжать буду крутить, правильно? Ну и вот я так тоже думаю. Я пошел. Вот и я. Как вы видите, я не нарушал правил. Я крутил фиджет спиннер. Даже тогда, когда я ел и мылся и спал. Так что все честно. О, что? Где я? Что случилось? Мне кажется, я докрутился. Это что? И я сделал 48 часов фиджет спиннера. Я прокрутил этот сраный фиджет спиннер 48 часов. Или не 48 часов. Ну да, 48 часов, было 15 июня, сейчас уже 17. О боже мой, это было круто, я думаю, что это было круто. И вы как думаете, это было круто или это было очень круто? Потому что такого больше никто не делал в мире, это я уже точно знаю. 24 часа кто-то крутил, а вот 48 часов еще никто не крутил. Вы со мной стали свидетелями нового мирового рекорда, скорее всего. Будем ждать, когда ко мне приедет книга рекордов Гиннесса, чтобы этот рекорд засчитать. Все-таки 48 часов – это очень много. Кот, заткнись, кот. До новых встреч.